Вот. Сегодня 2 ноября мы также вспоминаем, как в 1975 году близ Рима был убит очень зверски, жестоко группой лиц, не установленных до сих пор. Пьер Паоло Пазолини, такой был режиссер итальянский, яркий, красивый актер, подающий большие надежды. Его убили очень зверски, глумились над телом. В общем, там описание тех мук, которые он перенес при жизненных до смерти, ужасные. Там сломанные ребра, раздавленное сердце, переехали его несколько раз на машине. В общем, тихий ужас. Ну, что вполне себе укладывается в ноябрьское событие, по сути и факту. И вот это преступление до сих пор не раскрыто в Италии, является одной из загадок 20 века, так и оставшихся.